Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Лысов. На следующей лекции «Видеоконсультант» мы поговорим с вами об интересной проблеме. В последнее время компании часто сталкиваются с необходимостью расставаться с определенными сотрудниками, но допускают при этом много нарушений при процедуре сокращения. О том, какие ошибки допускают компании и каким образом их предотвратить, обсудим на следующей встрече. Увидимся на «Видеоконсультант».